Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет назрет ваши экраны, а это значит, что мы сегодня чиним энергоустановки, и это 7-я серия Control. Усаживайтесь удобнее, берите ништячки, а мы поскакали. И он все вернул назад, назад. И глаз натянул назад, назад. Мужики, возвращайтесь домой в трусах. Иначе окажетесь на небесах. Не знаю, зачем я это вспомнил, но ладно, хер бы с ним, будет как филлер небольшой. Я сегодня опять не один. А когда я уже 500 раз пью. А ебана. Он меня и в прошлой серии не представлял. А ты в представлении не нуждаешься, и так все знают. Знаешь, сколько я стою? Блин, так-то был. Луна. Луна! А, я, кажется, знаю. Это они сами по себе так их называют. Ис, ис, ага. Твари есть такие. Да ну нахи. Я так думал, что их так и надо называть данунахами. Это же данунахи. Это данунахи. Вот эти вот твари, которые на гнезд компостируют, это же все данунахи. Сломаю животное. Шатаю. Ой. Уронили. Уронили. Трц, трц. Там чё? Берега. А, ты ж не видишь. Это типа он как по скинкову прилетает тут в упор. Ну, железобетонная лодка вообще за милую душу. Летит та утка. Yeah.
что? А на эти шестеренка. Псина. Хоть материалов завезли. Ой, сколько всего. Together a little longer. Ой. Да мать же ж твою, точка была так рядом.
hold together a little longer. Налетела. Тук. Моя точка. Собаки. О, место сил. Тайное место. Fix it before the old witch comes inside. Vlad has a shit fit. Да, больше он не встанет. Что мне стулом залепить, это не проблема. Но это не всегда прокатывает. Иногда приходится просто нахлобучить чем-то. Дизайнера зажали. Ну, у них в принципе с годами ливрея не сильно меняется. Так, чуть-чуть подумали. Ну, разве что титульника переделали. Специально сделала темное фото. Это мы так, на своем. Сегодня Red Bull машину представили. А вы же знаете, я старый Формуле фан. Мы немного не в восторге. Нет, дело не в том, что в восторге или нет. Речь немножко не об том. Чуть больше его ждали, на самом деле. Что ничего не прикольное сделают, но... Нюх. Контрол сам себя не снимает. Так, этому не стучал. Ой-ой-ой, летучие.
Нифига я тут дровишек поналомал. С другой еще. Еще и шелданулся, вот же собака. Хорошо, а третий где? Так, я сейчас что-то не понял. Первые два я обнаружил. А третий-то где? Gonna come down. Так, а идем и пытаемся найти дорогу.
Говорится, да хуй бы там. Савальник. Ящик с модом. Точно, мы же лихо воспользуемся, я дурак. Искал, я тебя как собаку пристрелю. Сейчас окажемся, это не беда. That's it. The other sector should be open now. Нет, быстро. Съеманом ты спросон. Сразу ёбу дал ёбу на плаву. Чё-то походу у меня уже скоро плыть кукуха начнёт от этих всех переворотов и движущихся стен. Ой, блин. They're saying Trench was shot dead. Jesse, you made it! And you lifted the internal lockdown. Listen, Emily. Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being? What kind of being? It's hard to describe, but it... She helped us.
We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. He covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, I assume everything's classified. You know, I looked into the ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. As in a guiding star. Did Polaris know about the hiss? If she got you in here in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found two matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes, but one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron Resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the Hiss first attacked. So, Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my keycard. The sector elevator will take you there. Так, третий уровень доступа. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past. I am so close to something. Do you feel it? Yes. Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. Опаньки. They say the new director can launch objects up to 20 feet. Bullshit. Так. Так, вопрос завала, а нахрена я сюда перебрался? Ой-ой-ой-ой-ой. Опять по стрелушке. Уху! По стрелушке. Она все на упором.
мать же ж вашу. Капец коту. Ладно, черт с ним с уведомлением. Надеюсь, оно сейчас не повиснет в неповезенных. Опа, у меня целых 6 очков способностей. Так, плюс 50% к урону от метания. Так, здесь сколько? 3. Ништяча. Ладно, пусть это будет центральный отдел. Зиота уже напала. Ладно, будем, наверное, на сегодня сворачиваться. Спасибо всем, кто присутствовал. У вас лайк, подписка и колокольчик там не забудьте пробить, чтобы это не пропускать. И до свидания. Увидимся на следующем видосе.